Так, ну что, всем доброго утра, добрый день уже, наверное. 8.49, 21.04.2019 год. Нахожусь я на своем родном водоеме. Вот. Красота какая, да? Итак, ой, не знаю, я прям смотрю, не нарадуюсь. Я хоть садись с чашечкой хорошего коньяка на берег и сиди, отдыхай, просто любуйся на воду. Ну, красиво. Так, ладно, всем здрасте еще раз. Так, вчера я неплохо порыбачил с Алексеем. Мне понравилось. Ну, вот река есть река. Разница, конечно, колоссальная. Какая-то движуха там постоянно происходит. Видите, не окунь, так голавлик, не голавлик, так ёршик. Ну, нормально вчера порыбачили, я считаю, прикольно. Все не снимал, потому что поклевок, особенно ерша, было достаточно много. Сейчас я уже, как сказал, на своем родном водоеме. Кощей премиум, более быстрый, более жесткий, с дорогущими этими кольцами, 0,7 или 0,6, по-моему, грамм мормышка шарнирная. И плюс поставил приманку от Алексея паразита. Катушка шарки 2, нанофил 002, подлесок 008, по-моему. Ладно, выходим, пробуем, что. Посмотрим все. В прошлый раз был, предпоследнее видео, кто смотрел, ура, у меня праздник. Была тишина полная. Сейчас посмотрим, что. Так, ну что, братцы рыбаки. В общем, тишина, извините, на солнышко. Перешел на Матаги 662. Хотел облегчиться. Что-то фигня какая-то получается. Ветер поднялся. 0,2-0,3 не летит толком ничего, потому что ветер с той стороны пошел. С того берега, видите, да? И облегчиться совсем не получилось. 0,5 еще пробивает как бы на рабочую длину. А 0,3-0,2 не летят ни хрена. Вот. Ну что, сколько я тут? Час, полтора отстоял, ни одной поклевки. Нет, вру, два тычка было на мотыля Беркли. И все. И то непонятные какие-то. Ладно, сейчас перейдем на другое место, там попробуем. Надо шевелиться, не по-ну красиво. Обалденно. С той стороны хорошо, ветра нет практически. Там симпатично. Ну тихо, такое ощущение, как будто вымерла рыба. Ладно, короче, ну что это? Тишина. Там тишина полная. Взял опять Кощея премиум, потому что Матагой работать вообще невозможно. Ветер усилился и все. Это я вот все к чему? Потому что вот со мной спорят многие, говорят, на реке тоже не берет. Вот я вчера был на реке. Да? 3 дня или 4 назад. На буднях Алексей был. На водоеме, говорит, вода была прозрачная. Вчера вода поперла. Ну как поперла? Он говорит, разлив. Ну, то есть вода поднялась, но очень мало. Разлив в этом году очень мелкий. Везде, даже у нас, по моему водоему, видно, что вода прибыла, но не сильно. Не критично. То есть нету такого, чтобы там берег на полметра, на метр затопило. Вот. Вот я был вчера на реке, ловил рыбу. Все вы прекрасно все видели, да? Голавлик, ёршики, один окунец был, хотя окунь, походу, ну, то есть, по словам Алексея, точка окуневая. Вот. Но, говорит, окунь не берет. Или не берет, или его там нету, это уже не суть важно. Вот. Вот почему на реке ловить проще, потому что что-то ты поймаешь. Какой-то вид рыбы, ты все равно тебе... На мормышечку, на мотылика тебе что-то подсорится. Видите, на стоячке все немного хуже. Дела обстоят. Не знаю, с чем связано, ну. А, и малек, он сказал, подошел. Малька не было, подошел малек к берегу. Вот. Малька я не вижу вообще. Вчера, кстати, рыбачили. Ни одной уклейки я не увидел. Ни одной плотвы. Хотя он говорит, там море ее. Тоже непонятно, где она. Но зато голавлик ёршик клюет. Вот сегодняшний, то есть,
позапрошлую рыбалку я здесь был вечером, открылся водоем, я узнал об этом случайно. Вот, проезжая мимо. Ни одного тычка, сегодня вот два тычка, две поклевочки было, но не более того. Так что у кого реки с умеренным течением, более не менее, можно найти обраточку. Мы вот вчера место такое нашли. Я считаю, достаточно для весны, для достаточно неплохо отработали. Вот на данный момент все окуневые точки летние, которые я ловил, вообще молчат. Я говорю, два тычка непонятно чего. Ну то есть то, что рыба была, это точно. А вот какая, непонятно. Так что вот так вот. Так что хоть вот вы меня стреляете, хоть режьте, ловить на реке оно все-таки попроще, да и поинтереснее, конечно. Тут разновидность рыбы известна, ничего нового здесь не попадется. На мормышку на реке может попасть все что угодно. Ну и понятно, разновидность палки. Вот рыба палки клюют у нас регулярно. Рыба палки, рыба трапки, оп, отцепилась. Да что так, ладно, включу сейчас еще будет. Так, ну все. После, наверное, 2.5 часов без клевия. Клюнул вот такой разбойник мне. На приманочку паразит. Делает их Алексей. Я уже об этом говорил. Отдай. О, шарнирная мормышка. 0,6 грамм. Ну, а кусок очень вялый. О, разбойник какой. Но даже не течет. О, красотунчик. Свободен. Взял за краешек губы. Прям вообще. Притирочку. То есть. Очень и очень пассивная рыба. Я говорю, непонятно, вроде тут как бы не глубоко, солнышко, наоборот, погреться должен был подойти. Я и пришел-то попозже. Думаю, наверное, блин, будет веселее. Так он аж с глубины взял, где-то там стоит. Хорошо, первая рыбка основного водоема, спасибо тебе, ура. Печально, что не клюет, конечно, как вчера, но все равно приятно. Ладно, включусь. Ну что, поставил мормышечку 0,5, была 0,6 или 0,7, виброхвостик. О, прогонимся худющий окунь, прям вообще худой-худой. Клев не то что отвратительный, ну так, тюкает, но... Очень редко, очень-очень все это как-то, блин, хреново, короче, одним словом. Так, ну что, братцы рыбаки, два куска, три или четыре поклевки и один сход перед уходом вот был. Ну все, совсем заканчиваю свою рыбалочку. Спит водоем, не проснулся еще до конца, лед сошел, но рыба очень пассивная. Кто-то меня спрашивал, что дальше не хожу туда по берегам. Да без толку, потому что. Аж вот походил сегодня, что потратил 3,5 часа, 4 где-то. Тишина полная. Вымучил. Не пришел он то ли в себя еще, ну не активно рыба. Может вода еще не прогрелась. Ну, раз как-то так, в общем. Все, всем приятного просмотра. Будут деньги высылайте, будут вопросы задавайте. Я ВКонтакте ссылочку скинул внизу в личку. Так что всем пока.